всех дружественных и братских стран этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг советского народа, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и освободившего человечество от нацизма. Эту победу уховали и приближали для нас многие поколения нашего народа, чтобы единственными горячими точками на территории России, да и всего мира оставались материнские сердца. Приказ! Ура, Россия! Российского миротворческого контингента в любой точке земного шара, где вы не находились, наследники победителей 2-го мотострелкового батальона, командует парадным расчетом командир банальной задачи по поддержанию мира на Горном Карабахе.